Поздравления, цветы, праздничный концерт, почетные грамоты сегодня в республике чествуют работников торговли, бытового обслуживания и ЖКХ. У них общий профессиональный праздник и есть повод отметить достижения. Работникам торговли, бытового обслуживания, ЖКХ сегодня оказывают почетный прием. Фойе филармонии, выставка-продажа. Победители республиканских, всероссийских и международных конкурсов представляют себя и свой товар лицом. Преимущество на стороне общественного питания. На ароматные запахи быстро слетаются посетители. Ну, у нас все блюда – дары нашего края. Вот Волга, с Волги вот у нас щука, а грибы из леса, мясо тоже наше, чувашское. Да, рыба волжская, волжская, овощи наши все, которые у нас растут. Национальные блюда и напитки, национальная одежда и другие изыски. Посмотреть и оценить есть что. За всем этим стоят люди, которые формируют имидж республики на российском и международном уровне. Без них не обходится ни один спортивный или какой другой праздник. Сегодня настроение создают собравшимся в филармонии. В ходу комплименты, улыбки и поздравления. Это и есть праздник, это опять-таки контакт, это живое общение с людьми. Когда каждый человек подходит и говорит: о, да, это фирма, это приятно, потому что это не только личное твое восприятие того момента, а когда восторгаются работой фирмы, всем этим достижением, и ты участник этого события, что может быть еще лучше на данный момент? Торговля и сфера питания динамично развиваются. Число специализированных предприятий увеличивается, что влечет за собой появление новых рабочих мест и привлечение инвестиций. Большая ответственность лежит на работающих в сфере ЖКХ. Отрасль претерпевает кардинальные изменения. Отличившимся сегодня вручают награды. Год был результативным, признают собравшиеся в зале. Но впереди еще более серьезные задачи, которые потребуют немало усилий, полета фантазии и труда. Ольга Григорьева, Леонид Клейман, Республика.